Думаю, тут вряд ли кто-то поспорит, да, но темп в целом очень серьезный. Льянос, надо бросать. Бросок Льянос, вот здесь добивание. Ух ты, Пругова тащит вот этот момент. Там что, это никак не помешало вам, Терезе. Кстати, вот интересно, да, ты говоришь, лучший игрок Лия Лам, а вот, например, она ни одного очка в том матче не набрала. Не забивает, хотя бросал-то неплохо, атака продолжается. Агидели, вот здесь в центр напрашивается передача. Вот он, бросок касания от Ольги Сосиной. Не попадает, но Ольга поворотом. Идеальную просто ей передачу сделали. Снова Сосина. Надо бросать, наверное. Вот бросок добивания. Агидель. Нет. Не заходит шайба в ворота. Рятю. Это бросок Сосины. Я даже скажу, 3. А вот второй бросок был, наверное, самым опасным. Ну и здесь, конечно, вот родного чуть-чуть. Здесь, видимо, надо прям как-то вот что-то такое очевидное сделать, чтобы получить 2 минуты. Сосина, Сосина, пас налево. Ох, так поворотом-то и не бросила. Ну, в принципе, она не бросила и вот в этой ситуации тоже. Да, вот отсюда классно видно, но зряч, все. И неплохой бросок от Сосиной. Но вот это сейчас может быть контратака опасная. Менке, Менке налево. Вот момент, передача. Пругова как же здорово сыграла. А там Лам подключалась к этой атаке, делает пас налево. Ответная атака. Сосина бросает здесь уже Рятю. Вот, разбегались. Смотрите, и вот уже атака. Ванки Рейс, бросок был 1-0. Рэйчел Льянос. Ванки Рейс открывают счет в этом матче. Здесь даже вот у Анны Круговой не получилось выручить. Ну, первый раз получилось, а по второму кругу уже нет. Ну, вот, самое простое. Не успели назад. Да, не успели. И здесь, посмотрите, ну здесь на самом деле такой хоккей был вертикальный. То есть одни бежали вперед, потом другие, потом опять первые. А вот, момент у Агидели, нет положения вне игры, бросок в дальний угол, Лебедева не забивает. И сразу же просто в ответ бежит вперед уже Ванки Рейс, Лам, выход 1-1 и гол. Гол 2-0, вот так Агидель могла сравнивать только что счет, и в ответной атаке Лам забивает вторую. Здесь, наверное, очень странно, что это опять ответная атака. Вот, Лебедевый шанс. Так, даже знаете что? Надо поправить чуть-чуть самого себя. Это Эми Менке забивает, а не Лия Лам. А Лам тоже была на площадке. Вон она первая, кстати говоря, приехала обниматься. А ты говоришь, ее выбрали лучшим игроком. А вот, понимаешь, лидерские качества. Женскую лигу, которая на данный есть в Северной Америке, как ее называют, прототип НХЛ. Там, конечно, уровень совсем не соответствует по организации ЖХЛ. Безусловно, только что. Ну вот я не знаю, какой еще момент-то нужен Агидели. Вот сейчас удаление у Ванки Рейс. Вот повтор момента. Ну вот как же так? Наверное, до ворот шайба не доходит. Отскакивает она в угол. Продолжает атаковать Агидель. Хорошая передача, бросок Алены. Алены, вот мил. Все сделали. Но по-русски нежно все равно же называют Алена. Ну, да. Даже титр такой выскакивает. Алена, конечно, у себя дома. Но вот все сделали. Вот то, что написано на шлеме у Норы Ряти, вот то, в принципе, она сегодня и представляет. Ну вот тут такое подставление-то, хороший бросок. Пошла на пятак Митрофанова, до нее шайба не дошла. Включается здесь Крыжаков в борьбу. Но включаются, конечно, и девчонки из Ванки Рей. Здесь Менки чуть-чуть терял равновесие. Но, смотрите, Менки, это опасно. Менки налево, бросок 3-0. Лам! Ну я уж не знаю, но, наверное, нельзя сказать, что это точка в этом матче. Но это 3-0. Такие, конечно, голы от Ванки Рейс. Вроде как Агидель сейчас прессинговала, да, все было удачливее, хорошо, не было единственное завершение. И вот он, минимальный розыгрыш, да, получилось. Очередной момент Агидель создает. Агидель на самом-то деле уже наиграла на шайбу точно, вот. И сейчас еще момент, Сосина. Опять Сосина! Опа! Заходит. Вот и пробили Нору Ряти.
3-1. 5 минут до конца. Играет Лебедева. Поднимает голову. 30 секунд на большинство еще есть у Агидели. Милс. Передача. Бросок гола. Агидель. Лебедева. Капитан команды. 3-2 за минуту 20. Реализовано большинство. Ну и какая передача, конечно, от Алены Милс. Подруги по команде. Баталова. Бросок. Шайба на пятаке. Метается. И здесь уже Лелам. В собственном углу. Прижимает шайбу к борту. Все. Да. Кунлун Ред Стар Ванки Рейс. 3-2 в этом матче. 2-0 в серии. Но какой это был матч?